В Краснодаре скорректировали бюджет города и утвердили новые зеленые зоны. В местном парламенте сегодня прошла очередная сессия. В ней принял участие глава Краснодара. Первый вопрос к обсуждению. Муниципальная казна. По текущим показателям она увеличилась на 164 миллиона рублей. Это субсидии и субвенции, которые поступили из краевой и федеральной казны. Мы дополнили программу по выполнению наказов избирателей депутатам городской думы за счет средств, полученных от экономии после торгов. Мы внесли поправки в ранее принятое решение о местном бюджете. Мы приняли решение и установили порядок подготовки документов по планированию территории муниципального образования город Краснодар. Депутаты обсудили еще одну актуальную, особенно в преддверии Дня Победы, тему. Речь идет о присвоении кубанской столице почетного звания города воинской славы. Сегодня они единогласно приняли решение обратиться в законодательное собрание и краевую администрацию с просьбой поддержать инициативу Краснодара. Ранее это уже сделал губернатор. Одобрение депутаты уже получили и от общественных организаций, ветеранов, казаков и историков.